Ватикан канонизирует мать Терезу. Известная на весь мир католическая монахиня уже завтра будет причислена к лику святых. День церемонии выбран. Ее проведут накануне 19-й годовщины со дня смерти монахини. Еще при жизни ее называли «святой из трущоб» за помощь и любовь к бедным и обездоленным. В преддверии канонизации в Ватикан приезжают тысячи верующих со всего мира. Они хотят принять участие в торжественной мессе, которая пройдет в соборе Святого Петра. Ее возглавит папа Римский Франциск. Она является образцом милосердия и сострадания, ярким примером того, как отдельный человек может изменить мир и общество. Мы должны продолжать ее дело и пытаться сделать мир лучше. Это в руках как...